Всем привет! Переболевший коронавирусом Трамп станцевал перед избирателями. Но как всегда, давайте обо всем по порядку. А перед тем, как начать, поддержите нас подпиской на канал, чтобы не пропустить другие ролики, которые выходят каждый день. Президент США Дональд Трамп в конце своего избирательного митинга станцевал перед людьми. Видео моментально разлетелось в соцсетях. Трамп заявил, что теперь он не восприимчив к коронавирусу, чувствует себя сильным и готов поцеловать всех. Напомним, 10 октября президент США Дональд Трамп впервые вышел на публику после возвращения из больницы, где его лечили от коронавируса. А на этом все. Что думаете, пишите в комментариях. Поделитесь этим роликом с друзьями и близкими. Поддержите нас подпиской. И поставьте этому ролику лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Берегите себя. Пока!